небольшую пресс-конференция. Андрей Мартемьянов, главный тренер хоккейного клуба «Автомобилист». Несколько слов о игре, пожалуйста. Ну, во-первых, хотелось бы поздравить команду с победой. Очень хорошо играли. К сожалению, в нашей команде из полевых игроков я никого выделить не могу. Большие претензии как были в атаке команды, так и в обороне. Сегодня с Каном наглядно показала, как надо готовиться и играть с командой, которая позволяет мне пробиться. Они вышли сегодня на поле биться за победу, но, к сожалению, поиграть в хоккейчик в чистый. Это не получилось, и как этот результат опять. Ну, это нам хороший урок на будущее, будем готовиться к следующему матчу. Спасибо. Спасибо, и главный тренер СКА Илья Воробьев. Большую часть, наверное, сказали, поэтому ребята молодцы, значит, выполнили план на игру, установку. Победили. Готовимся дальше. Спасибо. Вопросы, пожалуйста. Константин Гусов, телеканал 78. Илья Петрович, с победой. Никита Гусев посоветовал Василию Подколзину два раза выдохнуть и ничего не бояться. Какие слова вы произнесли, чтобы 17-летний юноша поменьше нервничал? Ну, он нервничал, конечно, там ребята помогали ему, и перед игрой тоже говорил, что просто наслаждайтесь обстановкой, ситуацией. Он очень хороший парень, и, знаете, был на тренировках несколько раз у нас, и вы знаете, как он по детям играет, по своему возрасту, что он там лучше, но его немножко так это потряхивало, но молодец. Спасибо. Дебют, наверное, с Кусем Дуцуком, наверное. Незабываемой жизни. Спасибо большое. Если позволите вопрос тренера гостей, вот в своей команде никого не выделите, а если говорить о сопернике, удивила ли вот эта рокировка, то, что Карпов в первом звене, Якубов в третьем вышел? Спасибо. Тяжело сказать. Карпов три забил. Почему надо объявлять? Команда скамейка, квартация нормально идет. И удачное сочетание нашли. Считаю, плюс тренерского штаба. Человек три гола забил. Нет, не вижу. Кстати, Илья Петрович, это экспромт был? Или все-таки там Якубова, допустим, слева хотели посмотреть? Или Карпов хорошо смотрелся в первом? Экспромт? Да нет, не экспромт. Так решили. Что у нас? Что значит экспромт? Может, не на базаре, чтобы экспромт делать? Наигрывался, но так и наигрывался уже, пока мы были в Финляндии, так в сочетании, так тройки наигрывались. Олег Александрович, Матч ТВ, Андрей Алексеевич, вопрос вам. Автомобилист не лучшим образом провел концовку второго периода, пропустив три. В чем причина, на ваш взгляд? Ну, здесь, я думаю, что потеря концентрации, соперник прибавил, сделал наложение хорошее. Парни подсели и очень здорово сыграли большинство. Немножко чуть-чуть была небольшая растерянность, но в принципе единственное, за что мы дали команде, что не опустили руки и шли до конца все-таки. Хотя бы третий период выиграли. Вот за это команде спасибо. А так, да, пускай очень мощно, мощно в атаке было. Спасибо. Андрей Алексеевич, можно к вам вопрос? Автомобилист недавно выступил с заявлением о том, что на клуб ведется информационная атака. Да, извините, только по игре вопросы сегодня. Илья Петрович, по игре такой момент, то что вот сборники сегодня заявлялись по степени физической истощенности, скажем так, то более свежее выглядел тот и играл? Ну, да, по многим факторам, и это был тоже один из факторов. Если вопросов нет, то спасибо, до встречи.